Приехал я на замеченную ранее мною на карте стройку. Там, вероятнее всего, должен был быть нужный мне инструмент. Кувалда. Желание вскрыть тот самый арсенал в полицейском участке перекрыло мне все остальные мысли. Я стал изучать территорию, отбиваясь от приходящих время от времени ходячих, которые никогда не заканчивались. В ящиках мне попадались краска, инструменты, одежда и электроника. Но не то, что мне нужно было. В конце концов, я даже забрался на крышу здания, где тоже были ящики. Но все безуспешно. Вернувшись к машине, я решил поспать, и мой сон оборвался кружащимся надо мной вертолетом, стрелявшим по кому-то. Меня это напрягло, но угроза миновала. Я поехал дальше, по сути осматривая различные места. В основном это какие-то магазины. Но мне попался интересный автобус, в который я на минутку даже залез. Передвигаться по городу было сложно, не только из-за большого количества зараженных, но и из-за брошенных машин на дороге. В конечном счете мне приглянулось здание с решеткой на входе. Я думал, что внутри будет что-то очень интересное и полезное. И ходячих там было тоже не очень мало. Все это затянулось в долгую резню и беготню, впоследствии которой, как и в тот раз, мне прокусили колесо на фургоне. Поняв, что выбраться из этого города мне уже вряд ли получится, я забрался в квартиру одного из домов и